У меня две первоклассные теннисистки. Я ищу для них клуб. Чтобы одаренные девчонки стали профи. Подними руку, Сирена. Винус Уильямс. Что думаете? Никто так не рискнет. Надо тренироваться часами каждый день. Даже для семей с неограниченными финансовыми возможностями. Это как просить кого-то поверить, что два будущих Моцарта живут в вашем доме. Винус и Сирена завоюют этот мир. Бросай прямо в небо. Так держать. Молодец. Но так им не попасть на Уимблдон. Они тренируются с тобой и со мной на убогих кортах. Главное придерживаться плана. Они станут чемпионками. Вы их научили всему. Ричард, я впечатлен. Я думаю, тут у тебя второй Майкл Джордан. О нет, братишка. У меня их целых два. Спрашиваю вас обеих. Чего вы хотите? Я вижу, чего хочет ваш папа, ну а сами? Хочу выиграть Уимблдон столько раз, сколько никто не выигрывал. И думаешь, что сможешь? Каждый американский теннисист, добившийся успеха, прошел этот путь. Мы сделаем все по-своему. Ты отказался от юниорских турниров. Теперь срываешь тренировки. Я делаю так, как лучше для детей. Нет, ты заботишься о себе! Это их жизнь. Позволь им самим решать. Винус Уильямс. Чего ты хочешь? Выйдем и покажем всем этим людям, что я способна побеждать. Ты чемпионка. Пусть об этом узнает весь мир. Винус играет с лучшей теннисисткой мира. Она не выиграет. А что, если выиграет? Не забывайте, кто вы на самом деле. Я никогда в жизни не гордился так, как сейчас. Покажите всем, насколько вы опасны. Сделайте свирепые лица. Пока не страшно, попробуйте еще раз. Уже лучше, теперь я вас боюсь. Только на людях этого не повторяйте.